Привет, друзья! Жизнь совершенно непредсказуема. Все может перевернуться с ног на голову буквально за один момент. Эта история лишний раз подтверждает, что судьба может преподнести нам очень неожиданные сюрпризы. Роберт и Ния – прекрасная молодая пара из американского города Уолдорф, штат Мэриленд, которую познакомили общие друзья еще в 2007 году. Красивая женщина и умный ответственный мужчина сразу влюбились друг в друга. Роберт и Ния Толберты действительно были счастливы вместе. У них родился здоровый малыш. Мальчика, который появился на свет в 2011 году, назвали Шай. В 2014 году пара узаконила свои отношения, которые были по-настоящему крепкими и искренними. Никто из присутствующих на свадьбе не знал приятную новость. Дело в том, что Ния снова была беременна. Роберт был просто счастлив, что их прекрасная семья пополнится еще одним малышом. Но затем произошло неожиданное событие. Ния направилась на УЗИ, чтобы узнать пол ребенка. Ее беременность протекала абсолютно нормально. Будущая мама чувствовала себя просто прекрасно. Роберт во всем поддерживал любимую жену, с нетерпением ждал пополнения семейства. Но когда Ния пришла на УЗИ, она выяснила шокирующую новость. Оказалось, что женщина ждала мальчиков-двойняшек. Роберт был поражен этой новостью. К счастью, близнецы родились совершенно здоровыми в 2015 году. Мальчиков назвали Райли и Александр. Так семья Толбертов увеличилась с 3 до 5 человек. Конечно, Роберту и Нии приходилось не просто с близнецами. Кроме того, у них уже был довольно непоседливый ребенок, но родители научились справляться со своими детьми. Жизнь вошла в привычное русло. Родители даже не задумывались о том, чтобы завести еще малыша. Вот только судьба преподнесла паре еще один сюрприз. Когда близнецам исполнилось 2 года, Ния выяснила, что снова беременна. Конечно, новость была шоком для женщины и ее мужа, но у семейной пары не было ни малейших сомнений. Они решили оставить малыша. Ния и Роберт только очень надеялись, что у них появится девочка. Все-таки в семье уже было 3 мальчишек. С самого начала беременности Ния понимала, что на этот раз что-то совсем не так, как обычно. Женщина хорошо изучила свое тело, знала, как оно реагирует на появление новой жизни внутри него. Свои странные ощущения Ния списывала на вероятность того, что она беременна девочкой. В этот раз ее гормоны по-настоящему бушевали. Женщина не могла сдержать смех, который быстро переходил в слезы. При этом ее живот казался намного больше, чем в прошлые беременности. И это при том, что женщина выносила двойняшек. Ния чувствовала, что что-то не так, поэтому сильно переживала, когда отправилась на УЗИ. Она боялась выяснить, что с малышом не все в порядке. Во время УЗИ врач поинтересовался, были ли в семье близнецы. Этот же медик задавал тот же вопрос в прошлый раз. Ния решила, что опять беременна двойней. Однако то, что сказал доктор, повергло ее в шок. Врач определил, что Ния ждет тройню. У нее в животе было не 2, а 3 детей. Конечно, женщина никак не ожидала такого поворота событий, но ее материнский инстинкт пришел на помощь. Ния быстро приняла произошедшее. Вот только оставалось рассказать об этом мужу. Ния придумала целый план, как это сделать. Она уезжала на выходные в другой город, но перед этим решила оставить Роберту результаты УЗИ. Он должен был найти сонограмму с четким изображением 3 малышей. Когда Роберт увидел подарок, то не сразу понял, что он означает. Но когда все-таки до мужчины дошло, что у него будет еще 3 детей, то просто лишился чувств. Он в прямом смысле упал в обморок. Мужчину можно понять, ему предстояло обеспечивать еще больше малышей. Но когда мужчина пришел в себя и первый шок от новости прошел, Роберт понял, что по-настоящему счастлив. Он сразу позвонил жене, чтобы разделить с ней свою радость. Еще одним удивлением был тот факт, что Ния ожидала не просто тройняшек. Все находящиеся в животе детки оказались девочками. Роберт и Ния были очень рады узнать, что теперь в их семье появятся девочки. Немного расстроились только остальные дети, которые хотели братиков, с которыми можно играть в мальчишеские игры. Ния родила здоровых малышек с помощью кесарева сечения в 2018 году. Родители понимали, что их счета вырастут. Роберту придется больше работать, Нии все время проводить с детьми. Но они были готовы к этому. Роберт и Ния посвятили свою жизнь детям, которых теперь у пары стало целых 6.
История Нии поистине уникальна. Огромная редкость заключалась в том, что у женщины появилась двойня, а сразу после этого тройня. Медики считают, что вероятность того, что еще с одной женщиной случится подобное, стремится к нулю. Жизнь удивительна, она часто разрушает наши планы, предлагая нам нестандартные повороты сюжета. К счастью, двойняшки и тройняшки появились в семье, которая была готова взять на себя такую огромную ответственность, как растить несколько детей. У меня все, друзья. Делитесь этим видео, пишите комментарии и ставьте лайки. До скорого!